Импет, ты отправишься в форт. Найди братьев, которые готовятся к атаке, и помоги им уничтожить имперцев. Когда вы одержите победу, мы поставим в форте гарнизон. Что скажешь? Ты справишься? Хорошо. Тебе есть огонь. Мне это нравится. Да хранит тебя Талос. Thank you.
Молодец! Ульфрик был прав насчет тебя. Хорошо, что ты с нами. Мы берем город. Иди к братьям, что собираются в атаку. Вернись победой или умри со славой. Да пребудет с тобой Талос. Мы берем город. Иди... Час настал, воины. Город будет... Сюда нас привели. Наша храсть. И жертвы наших соратников. Тех, кто погиб. И тех, кто все еще несет нашу правоту на своих щитах. В этот день наш враг знает всю мощь нашей решимости. Всю глубину нашего гнева. И всю великую справедливость нашего дела. Боги взирают на нас. Духи наших предков волнуются. И то, что мы свершим сегодня, изменит судьбы людей, которые еще не родились. Ха-ха-ха! Воли не мы, ибо Сунгар ждет тех, кто погибнет с оружием в руках и с храбростью в сердце. Сейчас мы пробьемся к мрачному замку и, наконец, отрубим легиону голову. Боги взглянут. Приготовиться! Все за... Ой, за сынов и дочерей Скайрима! Запри дверь. Уже. Ульфрик,
Почему стой? Нельзя отбивать Скайрим у тех, кто обрек его на разложение? Ты не прав, Ульрик. Нам нужна Империя. Без нее Скайрим неизбежно падет перед талмарцами. Ты была с нами. Ты все видела. В тот день, когда Империя подписала тот... клятый договор. В этом месте Империя умерла. Мы дурак же. Не мешай нам, женщина. Мы пришли за генералом. Он сдался, а я... Рики, иди. Ты можешь идти. А могу и остаться. Пытаться за то, во что верю. Ты можешь умереть. Вы этого хотите? Чтобы братья и сестры по оружию убивали? Чтобы семьи гибли в междоусобице? Такой Скайрим? Отойди, женщина! Я не хочу жить в таком Скайриме. Рики, можно обойти. Без этого. Вы не оставили мне выбор. Храни мою талу. Тебя убью! Вот так тебе заступать мне дорогу. Хватит. Для тебя все кончено. Последние слова будут, пока я еще не отправил тебя в Обливион. Именно этого они и добивались. Кто добивался? Талмарцы. Но они заварили тут кашу. Заставили нас разделить стратегические ресурсы и бросить хороших солдат сюда, чтобы усмирить бунт. Виноватое слово. Ведь кажется... А! Сам знаешь, мы не злодеи. Может и нет. Точно не герой. Может, ты и прав. Но тогда кто же ты? Ты сам сказал. Я тот, кто прав. А если я сдамся? Империя готова к делу. Империя мертва. И ты тоже. Да будет. Убей его. Хватит возиться. Не стань. Если тебе нужна красивая концовка для какой-то твоей истории, пусть это сделает Довакин. Хорошо сказано. Итак, Довакин, что скажешь? Исполнишь эту почетную обязанность? Довакин, возьми мой меч. Этот миг воспоет... песнях. Сделай это красиво. Хорошо. Готово. Что ж, я думаю, положено сказать какую-то речь. Клинок Бури, я хочу отдать тебе свой меч. Салон моего уважения. Итак, люди ждут красивой речи. Ты будешь рядом со мной? Я хочу воздать должное тебе, Довакин, и лучшим из братьев Бури. Да? Почему же? За нее не волнуйся. Я послал своих лучших людей, чтобы взять ее.
Однако, самые упрямые из легионеров не хотят признавать, что война проиграна. Если наткнешься в пути на имперцев, ты знаешь, что с ними делать. На некоторое время воцарится мир, потому что империя не единственная. Очень скоро эльфы вновь попытаются захватить власть над миром. Ибо именно Скайрим поведет Тамриэль к свободе в эти темные дни, когда будет решаться судьба мира. Храни своего брата, и он будет хранить тебя. Да, не тяни, я занят. Будь осторожнее. Которые хотели заставить нас предать наших богов и наших предков. Это вы сражались с теми своими родичами, кто не принял нашу сторону, кто не хотел платить цену свободы. Но более того, это вы воевали за Скайрим, за нашу независимость, за возрождение нашей славы и традиций, за то, чтобы самим выбирать свое будущее. И потому я не могу принять мантию Верховного Короля. Я не позволю себе принять этот титул до тех пор, пока меня не коронует собрание. А как же Ярл Элисий? Да, и что же госпожа Элисий? Забудет ли она свою ненависть ко мне? Свою слепую любовь к императору и его деньгам, так чтобы прекратили страдания нашего народа. Признает ли она, что мы, норды, будем отныне решать судьбу Скайрима? Поклянется ли она мне в верности, чтобы все знали о нашем мире и о новом мне Скайрима? Я согласна. Значит, решено. Ярл будет и дальше править судью. Я размещу здесь войска, чтобы перцы не отбили его. В свое время соберется собрание дам, чтобы разобрать притязания на мантию Верховного Короля раз и навсегда. Нам многое предстоит сделать, и мне нужны все здоровые мужчины и женщины, которые хотят возродить Скайрим. Великая тьма сгущается, и скоро нас призовут, чтобы сразиться с ней на этих берегах или на чужих. Возможно, Альдмерский доминион и одолел империю, но он не победил Скайрим. Ну, как я? Не так уж плохо. Хороший ход насчет Верховного Короля. Спасибо. Я тоже так подумал. Сам знаешь, что они решат. О, я знаю. Имперцы не оставят нас в покое. У них еще остались лагеря в холмах. Они будут и дальше атаковать нас. Как смогут и где смогут. Я не боюсь остатков легиона. Со временем они все плюнут и уйдут. А вот чего я боюсь, это Талмар. Вдруг они заметят нашу победу и решат наведаться к нам в гости. Мы должны быть готовы их встретить.